Всем привет! Меня зовут Варя, и тема сегодняшнего урока – население Земли. Итак, населением вообще занимается такая наука, как демография, потому что демос – это народ, графа – как раз-таки описание его. Вот. И мы с самого начала начнем, пожалуй, с определения, что же такое у нас раса. Итак, раса – это особая группа людей, которая отличается от других по своим внешним признакам. Да, конечно же, судить людей по внешности – это не очень хорошо, но мы не можем отрицать тот факт, что мы действительно можем разделиться на несколько групп именно по своим каким-то внешним отличительным чертам. Итак, среди рас выделяют европеоидную, монголоидную, негроидную, австралоидную и еще есть понятие смешанных рас. Вот, в принципе, разница будет в основном по самым главным показателям. Это цвет кожи, цвет глаз, цвет волос. Также еще у нас может быть вариант жесткости этих волос. Либо они жесткие, либо они мягкие. Это может быть разрез глаз, пухлость губ или, например, даже вот размер носа. Вот здесь на фотографиях мы как раз видим европеоидную расу. Обычно ее принято делить на южных и северных европеоидов. Для северных характерны такие более светлые черты лица, а для южных европеоидов все-таки более такие темненькие. Монголоидная раса, отличительные черты — это кожа с таким желтым подтоном, темные, очень жесткие волосы, такой немножко зауженный разрез глаз, да, узкие губы. Вот. Для негроидной расы в основном характерен темный цвет кожи, пухлые губы, волосы чаще всего представлены в темном цвете, и они не прямые, они вьются, довольно крупные черты лица, в целом карие глаза. Вот. Для австралоидной расы тут немножко возникает такой спорный момент, потому что не все ученые ее до сих пор выделяют. Считается, что все-таки в Австралии у нас больше европеоидной расы, но если мы помним из истории, Австралию когда-то колонизировали как раз-таки европейские люди, поэтому понятно, откуда там взялась эта европеоидная раса. Вот. Но вообще местных аборигенов в какой-то момент было принято относить к австралоидной отдельной расе. Вот, и вы видите, что это некая такая уже получается небольшая помесь. И есть понятие смешанной расы. Это когда вот эти вот основные варианты, да, у нас как-то смешиваются, естественно, получаются уже люди совершенно другой расы. Вот, пожалуйста, здесь в центре на фотографии представлен вот молодой человек, у которого родители явно представители различных рас, и он получается вот таким вот смешанным. Туда относятся самбо, креолы, метисы, мулаты и так далее. Названий очень много. Вот. Что же касается распределения, вот здесь по этой карте вы можете увидеть, что у нас, пожалуй, самый такой многочисленный вариант расы — это все-таки будет европеоидная раса. Объясняется это историческим прошлым, тем, как люди активно развивали, да, и заселяли нашу планету. Вот. Что же касается численности населения. Вот здесь показан очень хороший график. Мы видим, что еще в 1750 году численность населения вообще людей на планете, она была не очень большой. Сейчас уже наша численность оценивается примерно в 7 миллиардов человек. Понятное дело, что мы не можем точностью вот до как бы единички, что называется, досчитать абсолютно всех. Это слишком сложно, но мы пытаемся понять, соотнести вообще все вот эти вот показатели. Вот. И даже по вот этому графику уже видно, что если по частям мира посмотреть, да, по частям света, то азиатская часть, она в численность населения лидирует. И вот, пожалуйста, вам еще один вариант, да? Как раз таки по лидерству мы видим, что Азия будет у нас на первом месте. Вот. И топ стран, как раз таки первая десятка по численности населения для каждой страны. На первом месте у нас находится Китай. Данные вот эти вот опубликованы, например, на 6 июля 2021 года. Вот, ну, даже, можно сказать, на предыдущий день. Вот. И отсюда мы можем сделать вывод, что в Китае на данный момент по цифрам проживает около 1 миллиарда 400 миллионов человек. На втором месте будет находиться Индия. Индия очень активно пытается догнать Китай, но пока у них это не выходит. У них 1 300 000 000. Дальше у нас идут Соединенные Штаты Америки. Затем появляется у нас с вами Пакистан. Дальше у нас идет уже Индонезия, Бразилия, Нигерия,
Вот. Затем еще есть Бангладеш. Россия находится лишь на 9-м месте. И на 10-м находится Мексика. Как вы видите, большинство из стран, которые входят в первую десятку по численности населения, это не самые экономически развитые страны. Но для этого есть определенное объяснение. В общем-то, это просто их образ жизни, традиция иметь много детей в семье. Ну и, в принципе, такие у них условия жизни, что там рождаемость намного выше, чем, например, в той же России, да, где, наоборот, замедленный процесс именно по деторождению идет. Вообще, на это все влияет у нас демографическая политика. Есть такое отдельное направление. Что это такое? Это целенаправленная деятельность государственных органов или иных каких-либо социальных институтов в сфере регулирования воспроизводства населения. И демографическая политика может быть направлена в две стороны. Она может стараться увеличить численность населения или, наоборот, стараться ее не то чтобы сократить, но немножко притормозить ее рост. Ну, такой самый, пожалуй, знаменитый пример, который знают, наверное, все во всем мире, это демографическая политика в Китае, когда у них был введен очень большой налог на второго ребенка. Зачем это было сделано? Чтобы в семье рожали только одного ребенка, да, и таким образом темпы прироста населения у них немножечко замедлились. Если говорить о том, где люди живут, мы тут можем выделить два типа вообще любых поселений, да, населенных пунктов. Это городские, либо сельские. Причем посмотрите, что городские, тут все очень просто. Либо город, либо это у нас городской поселок. А вот сельский, тут смотрите, какой вариант у нас огромный. Это может быть и деревня, и село, и станица, и аул какой-нибудь, и хутор, и фазенда, и станция. И, в общем, там очень много различных названий. Вот. Если говорить по городам, да, в основном это будут очень крупные города, либо столичные, либо имеющие какое-то торговое или культурное значение. Также это могут быть огромные агломерации. Это такой процесс, когда один большой город вбирает в себя все соседние города. Вот. То есть, получается, он так немножко расширяется. Ну, например, для нашей страны знаменитая московская агломерация. Да? Ни для кого не секрет, что у нас Москва постепенно увеличивает свои границы, да, и очень многие территории, которые раньше считались ее областью московской, сейчас уже входят в состав именно города. А вот если говорить про сельские поселения, то, опять же, вы видите, что разнообразие очень большое, да. В основном их различают по количеству жителей и по инфраструктуре, которой обладает то или иное сельское поселение. Как же у нас влияет вообще природа на жизнь человека? Ну, пожалуй, сейчас самым ярким примером является то, как мы с вами взаимодействуем с точки зрения экологии с природой. Да? Именно из-за того, что мы разрушаем природу, она нам платит, по сути, той же монетой, да, и из-за плохой экологии, например, очень сильно ухудшается здоровье людей. Но при этом же, когда-то природа дала нам равнины для того, чтобы мы смогли их заселить. Природа нам дала реки, чтобы мы могли пить эту воду. Также у нас есть воздух, у нас есть леса, у нас есть продукты питания, которые мы можем сами же и выращивать. То есть, как бы человек напрямую зависит от природы, и наша попытка от нее максимально отделиться, ну, пока еще не увенчалась успехом. Вспомним те же природные катастрофы, с которыми мы до сих пор не можем никак совладать, да. Любые землетрясения, цунами, извержения вулканов, тайфуны и все прочее. Мы постепенно учимся их предсказывать, но мы не научились их полностью побеждать или как-то их отводить от там, своих городов. То есть пока мы лишь можем вот его заранее увидеть, да, предположить, что начнется подобная катастрофа, ну и предпринять меры, чтобы куда-то спрятаться, да, и как-то уберечь свое имущество. Вот, таким образом получается, что все-таки природа пока немножечко нас выигрывает в этой гонке. Но тут такой спорный вопрос, а стоит ли нам с ней соревноваться? Или все-таки нам стоит быть больше в содружестве с природой? Вот. Но если смотреть на историческое прошлое человека, то мы с вами понимаем, что нам от природы никуда не деться, и вообще мы от нее максимально сейчас зависим. Вот. Поэтому все-таки какое-то сотрудничество для нас должно быть на первом месте, нежели соперничество. На этом у меня все. Спасибо за внимание. До встречи на следующем уроке.